Всем привет, друзья, с вами Грегори, и это 29-я серия второго сезона проекта Город в Майнкрафте. Сегодняшнее обновление — это типография. Первый в Айсадовске появилась типография, в котором будут печатать газеты и журналы. Так выглядит здание снаружи. В принципе, это коробка с выхода на крышу, разумеется, четырехэтажная. И да, забыл упомянуть, что здесь строится еще один микрорайон, то есть рядом с вокруг больницы, это будет называться Медгородок. Это микрорайон для работников больницы, разумеется, тоже. Тут у нас еще другой микрорайон уже рядом с техникумом. Ну, в принципе, я так и не разобрался с нумерацией микрорайонов. Тут у нас первый микрорайон рядом со сквером второй, он же Кутал Пономарёвский. А тут строится третий микрорайон. Строится третий по счету. Тут четвертый, а этот пятый. Ладно, с микрорайонами мы разобрались. Можно приступить к обзору типографии. Типография называется Пифагор. Располагается она на улице Дачной. Тут у нас сидит охранник, который пропускает работников по специальному пропуску. Тут у нас кабинеты, тут различные работники сидят. Также здесь работает рекламное агентство, будет реклама в журналы, газеты. И так далее. Если что, кабинеты все одинаковые, поэтому заранее поднимемся на последний, четвертый этаж, так как там самое интересное. На втором и третьем тут у нас такой коридор. На четвертом этаже уже здесь уже самое святое, святая святых, друзья, вот. Место, где уже работает у нас над газетами и журналами, то есть то ли цех, то ли я не знаю, что это еще за такое. Ну, короче, здесь сидят работники, что печатают и все такое. Кстати, кабинеты здесь тоже те же самые. Здесь, кстати, правда, для того, чтобы это добавить в этот цех, я просто убрал вторую половину кабинетов здесь. Первую половину оставил. Ну и, разумеется, выход на крышу. С огромным квадратным окном. Следующее обновление уже на Щербаковской улице, кстати. Те, кто помнит, здесь было пустое здание, которое отдалось под аренду. Так вот, теперь здесь располагается супермаркет. В принципе, разумеется, супермаркет не такой, типа, не Пятерочка, не Дикси, а обычный городской супермаркет. То есть не на федеральном, то есть не какая-то популярная торговая сеть, а обычный супермаркет. Супермаркет называется Щербаковский, то есть назван в честь улицы. Не знаю, как в вашем городе, но в Челябинске, я повторюсь, то есть процитирую один момент из одного выпуска. Некоторые магазины называются именно по названию, названы именно по названию районов, улиц, проспектов. Ну, я приведу яркий пример, который встречаю обычно, там, типа, универсам Новороссийский, универсам Тракторзаводский, там, магазин Лермонтовский и так далее. В основном их просто называют по названию улиц или проспекта, и даже района. Те, что перечислил, это, честно, названы ИВМ. То есть название зависит именно от названия улицы, проспекта или района. Те варианты, которые привел, от нас располагаются в Тракторзаводском районе, то есть где-то на улице Комарова, на улице Лермонтова, там же, в том же районе Тракторзаводском, и на Новороссийской, на Ленинском. Это про Челябинск, друзья. Ну да ладно, такое вот небольшое отступление, друзья, было. В общем, то есть я процитировал момент из одного из выпусков, друзья. Ну что ж, давайте мы оценим вот супермаркет. Тут у нас камеры хранения, здесь такие вот из шалкеровых ящиков, полочка, где можно разложить товар по пакетам. Кассы, кстати, да, это самые обычные кассы, такие вот. Всего 4 штуки. Тут у нас дальше
даже полки с товарами. Кстати, самые файлы, друзья, я замечаю, точнее, прямо на съемке, друзья. То есть тут отсутствует отдел с замороженными продуктами. Вот этого, вот, конечно, не заметил, когда строил, но я это заметил только сейчас, друзья. Это заметил только сейчас. Да-да, что не выпуск, то у меня сразу появляется Let's Build в шоле. Ну, немного оформлю здесь, вот так, чисто для приличия. Ну да все. Тут у нас уже помещение, ну тут как обычно, тут есть такой склад. Большая дверь, сюда подъезжают газели, грузовики, короче, и дорожка. В принципе, вот так вот вышел у меня супермаркет, друзья. Следующее обновление, а точнее сюрприз, который я для вас приготовил, он находится на Салютной улице, вот, рядом, напротив авторынка, друзья. И вот, друзья, я начинаю строить еще один новый микрорайон, друзья. Новый микрорайон уже будет составлять преимущественно из нескольких домов, то есть это уже первый этап, у нас 6 жилых домов, то есть три таких вот и три. То есть три 10-этажки и три 9-этажки четырехпаратные. То есть вот это пока что только первый этап, друзья. То есть этап заключается именно в строительстве этих домов. И да, интерьер, если что, один тот же самый, что тот же самый в этих домах. Так что особо, друзья, зацикливаться не вижу смысла. Ну и разумеется, я могу просто сказать, предположить о том, что... Ну и в качестве, друзья, анонса, друзья, здесь будет детский садик, школа, ряд жилых домов. Это невзирая на то, что рядом стоит вторая школа, то есть школа номер 2, если что. И, то есть, здесь будет тоже будет ограничено. Здесь также будет еще одна граница из тех же вот домов. То есть, ну, возможно, тут где-то здесь будет, рядом, или даже напротив. Или даже где-то напротив. Но если напротив, то я, честно говоря, не знаю. Ну и, возможно, там еще один будет жилой комплекс из домов серии Башни Вулуха, друзья, если что. И там тоже будет. И там, возможно, тоже мне придется москвить. Поморочиться с магазинами, ресторанами, кафешками и так далее. Но я могу сказать только одно. Это только начало. То есть начало нового микрорайона. В принципе, это первый. В принципе, первые два микрорайона, то есть рядом со сквером, в том числе рядом с поликлиникой, друзья, у меня вышло, я могу сказать, идеально. Вот раньше помню, в Якумовске раньше строил, но они как-то не очень были. Сейчас уже сравнивая с Иконовской, то в Осадовске как-то лучше, что ли. Вот. И да, в одном из выпусков, для предыдущего, 28-го выпуска, я хотел бы построить вот эту вот 10-этажку. Это та же самая, что на на Комендантском проспекте, я тоже. В микрорайоне, как, например, как в том же... рядом со сквером. Но те же сделаны из песчаника и с добавлением полосок из керамики или даже бетона. Но эту вот 10-этажку я сделал полностью из блоков полированного гранита. Вот. Балконы остались те же самые, друзья. Ну и нижняя часть сделана из уже из... сейчас посмотрю. Да, из андезита полированного. В принципе, вот так вот подходит наш... Вот так заканчивается. Вот такой получился 29-й выпуск второго сезона проекта «Глаз в Майнкрафте». Понравилось или нет, решать вам. С вами был Грегори. Подписывайтесь на мой канал, если вы впервые. Ставьте лайки, пишите свои идеи, да, что еще построить в этом городе. А я с вами прощаюсь. Спасибо всем, спасибо за просмотр. До новых встреч, до новых видеороликов. Всем пока!